пьяный, но утро какое-то нетрезвое. Я его передразниваю, прихлебываю кофе, а потом на остановке стоя. Девятиэтажки заразили небо своей серостью. Красивая кондукторша протягивает мне билеты, сдачу нежной рукою. Чахоточная маршрутка везет меня куда-то. Все, что хочу, чтобы она не останавливалась. Выхожу, торговый центр, пойди оденься красиво. Завтрак по-европейски, а может суши, белобрысый в мини-юбке улыбнется тебе. Да пусть даже мне, мне не сделается лучше. С ума схожу, курю так, что уже чувствую себя будто бы дерьмом напичканный. Отравляю себя без всякой жалости, ненавижу все до глубокого безразличия. Еще пытаюсь оправдать свое существование, работать билетером, звонить домой, писать прозу. Все кажется одинаково никчемно, давно не влюблялся. Девушка, стойте, вы так красиво, безбожно. На какие рельсы положить свою жизнь? Стать неофашистом? Удариться в веру? Я поймал золотую рыбку, да вот только дохлую. Сожру ее с пивом, еще раз брошу невод. Все уже давно осточертело, и больше не хочется задаваться вопросом, кто ты. Хочется денег. Где деньги? Нету денег. Где работы? Нету работы. То ли смерти ждешь, то ли просто чалишься, то ли думаешь, куда бы вставить член. Разговариваешь с кем-нибудь, обмениваешься говном и продолжаешь оставаться никем. Смотришь на шраму продавщицы от Кесарева. Нахер ей эта майка короткая? Нахер мне 150 похмелий в год? Нахер мне нужен секс или шмотки? Крейзинес подобрался сегодня совсем близко. Кишки набил льдом. Страшно, обидно. Увидел себя в зеркало и чуть не обосрался. Сколько в глаза вмещается суицида? Главное перетерпеть еще одно похмелье, спрятаться, переждать сумасшествие, не сдохнуть от инсульта в июле, чтобы не заразил бритвой спидом какой-нибудь бешеный леший, и сердце бы не остановилось, и не было бы землетрясения, из окна бы не выпасть. Я ничего не боюсь, я буду жить вечно и буду ебать все, что движется, всех подряд класть.